Суд в Москве запретил компаниям Google и Яндекс показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование» по иску компании Wool Intertrade, торгующей овечью шерстью. Эта компания зарегистрировала «умное голосование» как свой торговый знак. Алекс Кожушка. Забавно наблюдать, как государство само разрушает собственную правовую систему, редчайший случай в современном мире. Плющев. Такими темпами на следующей неделе словосочетание «умное голосование» запретят употреблять в СМИ, а на выборной неделе признают экстремистским. Ксения Болецкая. Любое слово теперь можно запретить в поисковиках, а потом и в постах в соцсетях. Любое слово фактически запретить искать и писать. По любому слову запретить находить и распространять информацию. Вот насколько им страшно, насколько они хотят нас контролировать. Профессор Преображенский. Суд в Москве по иску компании, стригущей баранов, запретил что-то Google. Вся суть и весь идиотизм путинской недоимперии в одной новости. Антон Орех. Чудесно, конечно, что двойника зарегистрировали именно как фирму овечьей шерсти. Овцы на выборах – отличный символ. Владимир Гольбрайх. Часто современную Россию сравнивают с советским временем. Но все-таки советская власть даже в черненковское время не выглядела уж настолько клоунами. Дмитрий Демушкин. Суд запретил Google и Яндексу выдавать в поиске «умное голосование». Скоро наш суд запретит выдавать зарубежным сетям фамилии Навальный, Демушкин, Удальцов и всех остальных. Ну и словосочетание «жулики и воры» на всякий случай. Илья Яшин. Вся эта позорная возня и попытка запретов лишний раз доказывает, что умное голосование работает и сильно беспокоит власть. Наталья Геворкян. Все же надо как-то отдельно фиксировать нарастание абсурда, забудется же потом, как это было. Суд, конечно, должен был пойти дальше торговца шерстью и запретить в поисковике слово «умное» и все производные и однокоренные. Идеально, конечно, было бы запретить ум вообще, и желательно не только в поисковике. Аббас Галямов. Злоупотребление правом – это, конечно, зло, но зло злу рознь. Зло может выглядеть смелым, а может трусливым. Но это как злодей, который выходит биться с героем лицом к лицу и негодяй, стреляющий ему в спину в ночи. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.